Проблему задолженности компании ЖКХ перед энергетиками необходимо решать как можно быстрее, заявил сегодня на селекторном совещании Дмитрий Медведев. На данный момент сумма долга 130 миллиардов рублей. И работа над этим вопросом должна вестись как на местном, так и региональном уровне, добавил премьер. На встрече говорили в основном об итогах подготовки к зимнему периоду. И в целом, по словам Медведева, все идет по плану. В целом, тепловые, водопроводные, электрические сети к отопительному сезону готовы. В течение года ветхие и аварийные сети ремонтировались, заменялись на новые. Причем по этим показателям планы во многих регионах даже перевыполнены. То есть готовность лучше, чем предполагали. К зиме подготовлены практически абсолютно все жилые дома. То есть более 8,5 миллионов таких домов. Почти все регионы, кроме нескольких, с этой задачей справились в полном объеме. Также нужно позаботиться о том, чтобы объекты, которые требуют гарантированного электроснабжения, были оснащены автономными резервными источниками питания, специальной техникой на случай возможных нарушений электроснабжения.